Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гей, мы сегодня мы играем в сам, пацаны. Да, это случилось, я играю в сам. Сегодня у нас будет обзор сервера X-Site RP. Открылся он недавно, буквально там на днях. Он без бонуса будет, мне дали выйти бонус для того, чтобы я вам все показал. А так, будет при входе даваться всего лишь 500 рублей. Мод взят от Аризоны, но он будет постоянно переделываться. А насчет того, чтобы встать на админку, пацаны, я ссылку на ВК человека оставлю. Вот вы скриншот видите его ВК, короче, я на него ссылочку оставлю в описании. Пишите ему насчет админки, пишите, там заявку надо будет писать. Ну, короче, ему пишите, он вам все расскажет. Это будет некий даже эксперимент того, что зайдет ли вам самп или нет. Если вам зайдет, то, возможно, в дальнейшем я тоже буду снимать самп, ну и КРМП, понятное дело. Потому что в МТА я играл, да, но в сам, блин, я играл всего лишь, наверное, два раза за всю жизнь, и то немножко. А тут, блин, это пиздец просто. Для меня самп это, блядь, что-то, не знаю, невероятное на самом деле. Так, можно с ним поговорить, здесь всякие квесты есть и так далее. Так, ну это нам не нужно, мы можем здесь и поесть, в принципе. Вот, мы можем поесть. У меня есть побочки, давайте поедем, посмотрим, что же здесь есть. Я даже на Резоне, кстати, не играл. Ну а здесь мы сейчас поиграем, посмотрим, что здесь и как. Я так понял, это аренда машины, нам нужно, типа, на права там ехать сдавать или нет. Я просто реально не знаю. Так, магазин 24/7 уже куплен. Возможно, себе какой-то бизнес здесь приобретем. У меня никогда не было... А, не, у меня были дома, в принципе. Но я играл на бонусных серверах в Сампе. Это сервер без бонуса, но все же. Я бы на самом деле поехал бы сейчас на Вайнвуд, себе бы дом приобрел. Хотя не знаю, сколько они там стоят. Вообще не представляю, какая экономика просто в Сампе. И реально понятия не имею, какая экономика в Сампе. Я еще, кстати, подарочек нашел. Давайте скриншотик вот такой сделаем как раз. Все, заебись. Так, берем подарочек. Ага. Можно у Эдварда можно эти подарочки, типа там это... Обменять, это хорошо. Давайте, я не знаю, по ММ придемся. Я вообще, блин, я просто тупой реально в этом. Мы так, у меня персонажа. Угу. Кстати, есть промокодик, пацаны, специально для вас. Вот промокод. Так, ваш уровень достаточно высок, чтобы для активации промокода. Вот это сейчас обидно было. Я не знаю, при каком уровне, там, наверное, при третьем уровне промокод можно будет активировать. Промокод, короче, вот такой вот будет. Я его оставлю тоже в описании. Скорее всего, его нужно будет активировать с третьего уровня. Поэтому вот такие вот дела. Пацаны, сам, блин, я и сам, это пиздец, это несовместимо, блин. Серьезно, ладно, в МТА я там играл, мне МТА нравилось. Ну и нравится, в принципе. Но сам, блин, для меня это вообще реальность, что-то новое, что-то непонятное, блин, серьезно. Столько всего разного, это вам не КРМП. Да, это похоже там по системам, по командам, блядь. Возможно, похоже на КРМП, но... Ни хера, пацаны, вообще ни хера не похоже. Я тут вообще как потерян, реально. Реально как потерян. Но если вы поддержите лайками эту серию, то я, возможно, буду еще снимать самп. Все это уже зависит от вас только. Блять, чё тут только нету, пиздец. Тут такие просто эти, блять. Я просто в шоке, реально. Для меня это пиздец. Я такого, блять, еще не видел просто, понимаете? Так, вы не работаете в налоговой, хорошо. Просто посмотрим, пацаны, не знаю, вот для меня это, блядь, как не знаю что просто, как, блядь... Ну, серьезно, я не могу предоставить, что я просто растерянный, реально. Я просто растерянный. Так, давайте посмотрим, здесь какая-то парковка, что ли, или что это такое. Я вот не понимаю, блин, я просто не понимаю. Ого, на Вайнвуде уже дома начали покупать, а ну, почему-то дома я тоже себе домик хочу купить. Так, он сколько? 1 миллион стоит или, блядь, больше? Так. По-моему, 1 миллион же, да, стоит? У вас нет паспорта, получить его можно в мэрии. Замечательно. Вот видите, пацаны, вот это пиздец. Так, важные места, мэрия. Все, поехали, получим паспорт, потом приедем, получим этот дом. Точнее, купим его. Так, я нашел мэрию, это уже хорошо, это уже успех. Так. Давайте зайдем. Блять, для меня это так пиздец непривычно, я вам серьезно говорю.
Блять. Я что-то испугался, блять, вот люди, это боты стоят. Как сейчас стоит продолжить. Ну похуй. Создать семью. Так, пока что нет. Так, вот получение паспорта, это другое дело. Так, мужской, 22.06.1998. Так, данная команда не найдена. Так, у вас нет паспорта, получите его так. Чё? Вы, кстати, на фотографии хорошо получились. Спасибо. Все, у меня есть паспорт? Так, пас. Шоу пас. Шоу пас. Так, ну я попробую сам себе паспорт хотя бы показать. Да, у меня есть паспорт. Серия у меня 78-76. Ага. Законопослушность. Лет в штате 5. Ага. Теперь я могу промокод сортировать. Давайте попробуем. Так, промокод. О. И нам дается 100 тысяч, пацаны. И 10 рублей доната. Это что вы получите, когда достигнете там какого-то уровня. Вы получите 100 тысяч и 10 рублей. Я думаю, это... Ну, донаты. Я думаю, это неплохо, в принципе. Сервер будет без бонуса, говорю вам. Что эти деньги мне дали, чтобы я вам показал сервер. А на сервере бонуса вообще не будет. Так, теперь можно наконец-то купить мне дом. Я так полагаю. Так. Так, теперь этот дом ваш. Спасибо. Можно интерьер посмотреть. О, прикольно. Так, как там... Хоус, наверное, команда. Так, открыть. Меню дома, улучшение дома. Так, заказать бар. Конечно, я хочу заказать бар. Так, ремонт. Ух ты, ёпта. Можно мне самый дорогой, пожалуйста? Самый дорогущий просто, что есть в этом мире. Прямо самый какой-то. Так, у меня крашло, но я появился дома, это хорошо. Так, интерьер я так никакой не купил, короче, так. Давайте пробуем еще раз купить интерьер какой-то. Так, улучшение дома. Интерьер. Так. Я там видел прикольный интерьер. Сейчас я вам его, наверное, покажу. Вот этот интерьер мне что-то нравится прям. 620 тысяч он стоит. Давайте я его и куплю. Увы, но в вашем доме поместится такой ремонт. Бля, обидно. Вот сейчас было обидно, реально. Что в моем доме не поместит такой ремонт. Ну ладно. Так уж и быть. Так. Класс дома второй. Я не знаю, какие тут классы вообще, в принципе, есть. Но... Я остался без машины, да. Это обидно. Так, мне дали Инфернус. Я попросил скутер, мне дали Инфернус. Это уже хорошо. Так, давайте посмотрим, что тут у нас есть 24 на 7 вообще. Что, все раскупили уже? Все 24 на 7? Все бизнесы вообще, впрочем, раскупили, что ли? Это, конечно, обидно. Так, ох, ебать. Так, здрасте. Так, купить продукты, аксессуары. Так, назад, техника, мобильный телефон. О, так, 87-86. Так, а может еще купить телефон? У вас уже есть мобильный телефон. Ну ладно, все, мобильный телефон купили и хватит. Я думаю. Я хочу посмотреть бизнес. Блин, мне реально интересно. Я просто в Сампе... Ну, в Сампе очень мало играл, понимаете? Прям очень мало играл, поэтому... Я серьезно не знаю, что здесь, как, зачем, куда. Я просто потерян, реально. Я... Наверное, единственный, кто не умеет самп играть. Потому что я 5 лет играл в КРМП. Как-то до сампа мне не было дела никакого. Как бы, да. Что-то куплено тоже, да. Да, тут все куплено, короче. Давайте попробуем GPS найти автосалон. Автошкола, мэрия. Так, спортивный зал, церковь, следующая страница. Автомастерская. Где мне найти автосалон? Так, авторынки. Во, авторынок. Ага, ЛС, ЛС, авторынок. Яхт-клуб. Авиарынок есть даже. Нихера себе, ну а давайте на авиарынок слетаем. Посмотрим, что там продается. Так, я подумал, что у меня, скорее всего, не будет лицензии. Так, подарочек еще один. Поэтому я поеду в автосалон мотоциклов. Так. Подарки на шкатулку можно у Эдварда. Какая-то шкатулка, блин.
Ай, как сложно, просто у меня мозг сейчас взорвется реально, потому что я не понимаю ничего. Куда ехать вообще? Я вот серьезно. Блин, я не понимаю. А ну, давайте скины здесь посмотрим. Какие продаются. Видите, здесь, блин, люди походу играют, потому что, видите, что-то много чего скуплено. Поэтому я хз. Давайте пробуем себе скин, может, купить какой-то. Блин, а что делать, куда идти? Окей. Ага. Может, что-то дорогое самое. Или тут нету самого дорогого. 20 тысяч, так. 150 тысяч. 250, 450. 500. Вот это то, что мне нужно. Вот это я понимаю, мажор просто. Мажор, бля. Но, к сожалению, бонуса у вас не будет. Потому что, видите, мне дали деньги, чтобы я вам показал все. Чтобы показал, что вы можете себе позволить. Если у вас будет тоже такая сумма. Ну, это грубо говоря. Блин. Что, спортзал это бизнес, интересно? Или нет? Мне реально просто интересно. Так. Нет, это не бизнес, скорее всего. Ладно. Поехали в автосалон мото техники, короче. Вон он находится, я уже вижу. Там машина на крыше. Ну, нормально, чё. Каждый день такой вижу. В принципе, да. Так, тут, конечно, автосалон такие непонятные, я бы сказал. Ага. Ага. Ух ты, ёбаный. Вот это сильно, конечно. Это типа автосалон, да? Ага. Я вас понял. Ого. Блин, это круто. Только я не знаю, что мне взять бы такого. Чтобы хотя бы на первое время там. Я вообще мотоцикл хотел купить, но сейчас посмотрим, есть ли здесь мотоциклы. Вообще. Наверное, на самом верху они есть. Ага, вот мотоциклы начались. Так, ага. Ну, наверное, я возьму себе. Не знаю, что я себе возьму. Погнали еще повыше зайдем. Посмотрим, что здесь есть. О! Вот это то, что мне нужно. Вот это ко мне, конечно. У вас есть лицензия на вождение мотоцикла, поэтому вы не можете водить этим транспортом. Вот я водятел просто, блин. Хотя можно и такую взять пушку, блин. Блин, сам это прикольно, но, блин, так это все непривычно для меня, это пиздец просто. Реально просто пиздец. Что там по донату вообще? Донат. Так у меня. У меня 0 доната. А где лицензии купить? Навыки стрельбы. Ща. Так. Спина. Ух ты, блин, скейт. Блин, я хочу себе скейт, блин. Я помню, просто видел у кого-то. Плюс. Так, я сейчас тут все покупаю, короче, смена расы. Эксклюзивные аксессуары, вероятность. Так. Хорошо, так. Мне выдали много донатов, это тоже, что вам показать. Так. 20 подарков для обмена. Рецепт от врача. Титан VIP. Дорогой чемодан для денег. Ух ты, ёпта, блядь. Ебать, этот, конечно, тут плюшек в донате, это пиздец. Так, Титан VIP. Купил, так. Рулет какая-то, блядь, непонятная. Так, в разработке, хорошо. Турбопакет для авто. Так. Блин, нельзя вот этот скейт использовать. Как тут покупку лицензии типа сделать? Так, навыки стрельбы. Убрать такой на послушность. Купить. Дорогой чемодан. Рецепт от врача. Все лицензии. Во. Все, заебись. Я купил все, что можно было в донате. Так, кей. Заводим все. Поехали, ёпта. Все, вот это жизнь удалась называется, пацаны. Блин, ну сам это прикольная тема на самом деле.
Но если вам зайдет, пацаны, повторюсь, я буду снимать. Нет, то не судьба, короче. Но мне понравилось, но, блин, я очень жестко туплю. Вы сами это заметили, что я очень жестко туплю. Поэтому вот такие вот делишки. Так, спускаемся и направляемся даже не знаю куда можно здесь поехать. Но мы куда-то поедем. Так, GPS, важные места, центр занятости, больница. Пирс, центральный банк. Ну тут пиздец сколько всего, смотрите, это пиздец. Жесть. Вот на самом деле в Сампе намного больше карты, чем в КРМП, я реально это понял. Потому что здесь пиздец сколько всего. И это очень круто. Это реально очень круто. Это пиздец на самом деле, так. Какой-то город новый, блин, чё за... Пиздец. О, я просто в шоке, пацаны. Ну что ж, на этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. И всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying on.